и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, пишет апостол Павел, что они не приняли любви к истине для своего спасения. Понимаете? Очень важно, когда мы говорим о любви к Иисусу, о любви ко Христу, о любви к Господу, мы должны четко понимать, Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Любовь ко Христу – это любовь к истине. К истине. И истину надо любить, потому что весь этот мир будет сделать все, чтобы увести тебя от истины. Чтобы сказать: да истины нет, да что есть истина такое, да? Как сказал Пилат. Вот люди ушли, не приняли любви к истине. И вот смотрите, 11 стих. «И за сие, когда ты отказываешься от истины, пошлет им Бог действие заблуждения». Вот этот дух заблуждения начинает действовать, когда мы перестаем любить истину. Свято место пусто не бывает. Уходит любовь к истине, приходит заблуждение. «Так что они будут верить лжи». Люди будут верить лжи. «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Оказывается, дорогие, даже неправду можно полюбить и называть свет тьмой, а тьму светом. И любить тьму, называя ее светом. И кушать горькое, считая, что это сладкое, убедив себя в этом, что это сладкое. Почему? Да потому что до этого была безответственность, а до этого ты поиск удовольствия и комфорт. А как вот с этим направлением на удовольствие и комфорт сохранить свою нравственную ориентацию? Ведь часто невыгодно любить истину. Невыгодно. Всегда ли было выгодно следовать за Христом? Вот читаем Евангелие, а? Толпы уходили у людей, потому что было невыгодно идти за Христом, опасно идти за Христом. Поэтому Иисус, когда от Него ушли тысячи людей, повернулся к апостолам и спросил: «Может быть, и вы хотите уйти?» На что Петр сказал: «Куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Остаться с Иисусом можно только полюбив Его слово истины, глаголы вечной жизни, полюбив этим. А для этого нужно отвернуться от неправды. Нужно вернуть свои ориентиры. А люди это не хотят, люди не хотят, потому что истина бывает так неприятна, истина бывает так болезненна. Почему мы каждый год нашей церковью участвуем в памяти жертв Холокоста? Да потому что есть люди, которые утверждают: никакого Холокоста не было. Встречали, может быть, таких людей? Не было ничего этого. К сожалению, в свое время многие немцы не верили, что было такое уничтожение евреев в газовых камерах. И после Второй мировой войны специально возили по концлагерям и показывали эти горы волос, горы ботинок, горы зубных протезов. Показывали. У людей там становился, у этих немцев становился, значит, часто истерический припадок, когда они все это видели. Потому что вот так внезапно встретиться с истиной бывает очень болезненно. Лучше заранее готовиться, не отступать от истины, чтобы однажды не быть шокированными истиной. Необходимо открыть свои глаза, необходимо открыть свои уши, необходимо, драгоценные. Иначе мы будем дезориентированы. Наша психика приспособится и сделает все, как нам удобно. И ты будешь жить вот в своем виртуальном мире со своим добром, со своим злом, со своим светом, со своей тьмою, которые ничего общего с истиной не имеют. Поэтому здесь и написано: горе, горе, когда такое происходит, когда мы кувыркаемся в суете мира и теряем нравственные ориентиры.